В начале ноября в республике вспоминали памятную скорбную дату – депортацию карачаевского народа. 80 лет назад десятки тысяч ни в чем не повинных людей в одночасье лишились права жить на своей земле. К этой дате советники директора по воспитанию и взаимодействию с детским общественным объединением «Навигаторы детства» сняли короткометражный фильм «Память сильнее времени», отображающий события тех далеких дней. Съемки проходили в Уджигутинском районе. Автором и режиссером выступила Фатима Тулпарова. Альбина Курачинова-Кенжева расскажет подробнее. Идея создания короткометражного фильма под названием «Память сильнее времени» принадлежит главному специалисту по медиасопровождению в сфере патриотического воспитания граждан в проекте «Навигаторы детства» Фатиме Тулпаровой. Главная мысль – донести до подрастающего поколения истинные причины несправедливого решения о депортации многих народов СССР, среди которых был карачаевский народ. У меня бабушка лично была депортирована, много раз рассказывала об этом, и хотелось сейчас немного рассказать детям, подрастающему поколению о том, как это было важно, какие даты у нас исторические есть именно у нашего народа, чтобы дети могли вот это прочувствовать, понять, чтобы этого всего не повторялось никогда у нас. Вся суть была в том, чтобы собрать для съемок реквизиты, домашнюю утварь именно того времени, пообщаться с людьми, очевидцами, свидетелями тех тяжелых и переломных моментов в жизни. Мы нашли именно тот дом, из которого депортировали. Мы постарались подобрать людей, кто давал интервью, чтобы они являлись частью, чтобы они могли передать это и сами чувствовали о том, что они говорят. Фильм о депортации можно посмотреть на сайте «Навигаторы детства», а также в социальных сетях. Фатима Тулпарова делится, что фильм уже имеет много восторженных комментариев со словами благодарности к создателям короткометражки. Хотелось бы, чтобы подыскать еще людей, которые очевидцы именно, кто являлся тогда и во время депортации, и снять еще несколько фильмов, сделать такой мини-сериал. Планируется также снять фильм о возвращении карачаевцев на родину к майской дате. Альбина Курачинова-Кенжева, Ренат Муков, «Вести», Карачаево, Черкесия.